Тверская область представляет проект нового корпуса онкологического диспансера. Проект губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. По его инициативе начато строительство в этом году. В феврале заложен первый камень при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и помощи с его стороны. Онкоцентр является долгожданным и крайне важным проектом для Тульской области в связи с тем, что в Туле большая заболеваемость, высокая онкозаболеваниями, она растет. Новый корпус он позволит сосредоточить в одном месте и передовые технологии, и оборудование, и специалистов, и пациентов, и позволит вывести качество и уровень онкологической помощи на совершенно новую, как бы, ступеньку, на новый уровень. А выставки, она разноплановая, разные регионы, разные медицинские организации, совершенно разные направления здесь представлены. Я думаю, что это хороший повод перенимать опыт, общаться с коллегами, познакомить наше население, широкие слои, с направлениями, в котором развивается современная медицина, современные медицинские технологии, куда идут, и самим участникам это обмен опытом и общение друг с другом.